Здравствуйте, дорогие любители годных ICO. Продолжаем с вами рассмотрение проекта Treon. Итак, что же мы здесь видим? Мы здесь видим возможности рынка. Возможности рынка коммунальных услуг. И здесь все разделено на три, собственно, ветки. Это телеком. То есть, ну, сюда, я думаю, можно отнести интернет, телефон, там, кабельное телевидение, цифровое телевидение и прочее, прочее. Вот такие, скажем так, средства связи и передачи информации. Далее идет возможности для электричества и водоснабжения. И потом возможности для природного газа, то есть чтобы работала ваша плита, на которой вы готовите. О каждом из них вы можете почитать более подробно. Ссылка на сайт будет в описании к видео. Я, пожалуй, оставлю это вам, потому что не хочу затягивать видео надолго. Поэтому перейдем к дорожной карте проекта. Начинается она с первого квартала 2017 года и заканчивается четвертым кварталом 22 года. И здесь вот так вот постепенно идет развитие. Довольно далеко смотрят разработчики данного проекта. Мы видим, что к концу 18 года будет листинг токенов на бирже, потом телеком провайдеров будет охватывать данный проект. К концу 2019 года это все будет сделано с телекомом. Потом будут заключены к 2020 году с электричеством, к 2021 году смарт-контракты для природного газа, для воды. И вот так вот будет все это продвигаться. Давайте посмотрим команду. Здесь мы видим, я так понимаю, партнеров. Я там видел, подождите, МТС, но нам с вами это о чем-то договорит. Вымпел.ком, то есть, ну, это Билайн, скажем так. Вымпел.ком. HP, Hewlett Packard. Довольно серьезно. Все довольно серьезно. Команда. О каждом из них представлена информация. Вы можете почитать. Эдвайзеры. Все то же самое. Видео. Далее идут часто задаваемые вопросы. Если у вас есть вопросы по платформе, основные вопросы и по ICO, по токен сейлу, можете поискать их здесь. Также здесь, опять же, подписка на новостную рассылку, политика конфиденциальности, условия. И мы видим ссылки на социальные сети, которые вы также сможете найти в описании к этому ролику. На этом сайт заканчивается. Я вам советую следить за проектом, потому что он, мне кажется, достаточно перспективным. На этом, я думаю, мы можем с вами заканчивать. Я в будущем еще сделаю видео по данному проекту. А на этом все. Всем удачи, инвестируйте свои деньги правильно.